Всем привет! Сегодня суббота, а как известно, суббота день бука, когда вы все, которые ставите ставки, проигрываете свои деньги. Да. Вот, в общем-то, сегодня три матча РПЛ. На один матч Урал-Зенит я уже сделал свой видеопрогноз. Смотрите на моем YouTube-канале, самом лучшем YouTube-канале в мире. Вот. Еще сегодня состоится матч между Рубином и Пари Нижний Новгород. Ну и последний матч, это матч между Московским Динамо и Ахматом. И вот на этот матч между Динамо и Ахматом я и дам свой прогноз. Вот. Ну, ребят, долго не буду рассказывать, что и как. На мой взгляд, Динамо просто сильнее сейчас. Вот. Ну, как бы сказать, по одному матчу не стоит судить, но а почему еще судить? Если не по одному матчу. У нас как бы больше вариантов для сравнения или аналитики нет. Мы видели, что Динамо вот играет, да, весьма неплохо, хорошо готовы к СИЗО-зону по матчу с Локомотивом, да. Ахмат, не знаю, что Ахмат. Ахмат как был, так и остается вот таким каким-то. Может выиграть, может не выиграть, но невнятно. Вот, в общем, такая история. На мой взгляд, Динамо посвежее на своем поле. Они должны обыгрывать, на мой взгляд, Ахмат. И мой прогноз на этот матч это просто победа Динамо за коэффициент 1.74. Вот, я считаю, что Динамо выиграет. Может будет много мяча, может мало. Ну, Динамо выиграет. Давно они, кстати, у Ахмата не выиграл. Последние 4 матча, по-моему, Динамо не выигрывал его вообще. То есть или проиграл, или играли в ничью. Поэтому я считаю, пора бы московскому Динамо выиграть. Причем Динамо сейчас идет на втором месте, может закрепиться, не на втором, на третьем месте, сейчас может Динамо закрепиться на третьем месте, а может потом и приблизиться к Краснодару, который проиграл. Вот, в общем-то, победа Динамо, мой прогноз на этот матч. Ну а свои другие прогнозы, ставочки, вы можете увидеть на моем телеграм-канале. Ссылочка на мой телеграм-канал, первый комментарий к этому ролику. Переходите, и вы узнаете истину, как зарабатывать денежки, как грабить буков. Вот. Всем пока.